Вас приветствует магазин автозвука Studio Sound 52. Помимо динамиков, усилителей и сабвуферов, у нас вы можете найти и другие категории товаров. Шумоизоляции, тонировочные и бронепленки, а также автосвет, о котором и пойдет речь в данном видео. Сегодня мы протестируем светодиодные балки нашего бренда Lightway на устойчивость к низким температурам и воде. Для этого возьмем две светодиодных балки среднего ценового сегмента данной линейки. Поместим их в морозильную камеру, зальем водой, превратим в две глыбы льда, а после чего запустим. Успешно пройдут тест или все-таки нет? Это мы сейчас и проверим. От перепада температур запотела лишь внешняя часть стекла, которая без проблем высыхает самостоятельно. К внутренней части стекла претензий нет. Основные особенности данной линейки светодиодных балок Lightway – полностью герметичный корпус, влагозащита, чипы Osram, крепеж в комплекте, гарантия 1 год. А сейчас давайте проверим, как они светят в темноте. Данные модели отлично прошли тест на герметичность, и мы с уверенностью можем сказать, что светодиодные балки данной линейки отлично себя проявят в агрессивной среде.